Здесь наша площадка находится, где мое детство прошло. Половинку. Площадку делали для нас, соседей. Находится в посадке. Слышу, слышу. Мамуська. Мамуська. Да, сыночка. Салфетки, смотри, принесла тебе спиртовые. Громко крикни, я тебя люблю. Она не слышит еще раз. Громко. Мама. Такая вот здесь посадочка у нас находится. Здесь просто лесопосадка. И в ней сделали площадку для детей. Когда мы были детьми, мы здесь играли в волейбол, на велосипеде катались, рисовали ее, когда-то подметали. Вот. Соседи нам сделали вот из этого домика. Вот он виден. Мне назначили директором главным по этой площадке. Сейчас, конечно, она пустеет. Грязная. Никто уже, конечно, не подметает. Вот. Ну, тут у нас просто обычная посадка. Когда-то детьми мы были, эта посадка была проходимая, и мы играли здесь в прятки. Сейчас какая-то она прозрачная стала. Наверное, летом она будет более гуще. Да, кто это идет ко мне? Мама. Все. Ай, надо на меня наступить обязательно. Обязательно надо маму придавить, да? Ой, запахло. Как давай вкусно. Сейчас будем вытирать. Запахло как-то. У-у-у, какие чумазютины. Сейчас мы... Чумазики. Ой, чумазик какой. Чистенький становится. Дима, чумазик. Из чумазика, смотри, ничего себе, какой черный. Салфетка. Дима из чумазика превращается в чистюльку. Ой, а тут какие чумазютины. Скажи, это я шланг двинул, бар. Скажи, цветы поливать надо, газон поливать, деревья поливать. Кто всем, скажи, этим будет заниматься? Конечно, Дима. Скажи, я же мальчик. А вы девочки, вы должны, скажи, отдыхать, а я буду работать. Еще. Да? Скажи, я мальчик. Я мальчик. Давай салфетки положи. Ну не только что руки-то вымыли, Дим. Нет, ты вымыла от вируса. А теперь-то. Че, пойдем прогуляемся? Вон туда. А, ну пошли там. Дим, вон там тропинка у нас. Вон там, помнишь, мы ходили? Вон туда пошли. Чего ты? А мы руки только что протерли с тобой. Пошли вон там посмотрим собачку. Собачка там. А что протирали руки зачем? Смотри, тогда? Держится. Когда не можешь, скажи. Все? Все. Посчитал сколько секунд? Пошли. Нет. Надо было посчитать. Да, вот тут вообще он. Там мусор, вон там он. Все загажено, загаживают народ. Ну тут глина вот лежит, ведь смотри. Она вот здесь же тоже все глиняное. Да? У нас что, глина есть? И там земля, одна глина была, вывозили. Сюда, вон там насыпано, ты увидишь. Да? А я думала... У нас вместо земли. Да? Да? Ну, они, наверное, сколько метров там? А мы же тоже на даче что-то рыли. Не дошли до глины. А вот здесь, я помню, в детстве был вагончик стоял. Может, у них просто там? Видишь, они навезли глину полную. Тут, с той стороны. Ага, что-то там. Ключей мы не берем. Не знаю, Дима нет. Они тоже кустовые?
хозяйственный Дима. Мальчик. Видишь, попилили. Попилили. Ой, как распилили-то. Вон еще палка торчит тут, скажи. Это растет. Ага. Скажи, не дай бог, кто-нибудь зацепит. Убрать что-то надо. Никто да? не ездит, не приехал. Завтра. А, попилили, да. Вон тоже, смотри, попилили много. С этой стороны вон. Идем посмотрим, что там у нас. Пошли в ту сторону. Где наша дача, ты помнишь? Наша дача, помнишь, в какой стороне? Ага, машина проехала и раздавила ее. А там девочка вон на велосипеде. Ручкой мне машет что-то. Она думает. Или, а, она собачка. Собаки. Ну, где? В той стороне наш дом? Там? Там. Да, мы же оттуда пришли. Сейчас мы пройдемся. Смотрите, был здесь бак. У него воду набирали, убрали. Еще в прошлом году он был. Уже убрали, одна вот калиточка осталась. Да, он здесь был. Вот он, сосновый бор, и был, стоял бак с пятиэтажное здание. Как его могли убрать-то? Сколько надо по времени? А елки, да, у них там хорошие. У нас такие вырастут елки. Это ель, а у нас елка. Мне кажется, она не такая. Ну, не знаю. Здесь, кстати, у них, да, пейзажно. Вот он же был, этот вот штуковина. И... Надо же. Когда они успели-то его забрать? А где же вода наша хранится теперь? Выше? Выше там было два бака. Смотри, какой дом красивый. Какие, смотри, сосна. Офигеть, большие какие. Смотри, какие огромные елки. Елки. Сосны. Сосны. Но этим уже много лет. Там даже птицы поют, мам. Класс. Домик красивый. Построили. Он сможет. Птички поют. Ароматно так. Сиренью пахнет, хотя она далеко. Поют красивые птицы. Надеюсь, вам слышно.